Сор. Объятия злата, словно лед, а в ее руках тепло. Объятия злата, словно лед, а в ее руках. Красивая песня. Я ее не слышала. Она новая. Ты голодная? У нас есть кролик. Не хочу красть еду. Ты не крадешь, мы предлагаем. Ну же, ночь будет холодной. Ты едешь на юг? В столицу. Бедная девочка. Там не так плохо. Смотря что тебе по вкусу. Если нравятся улицы в дерьме и свиной крови, это твой город. Всю жизнь я хотел увидеть Красный замок. Септу Бейлора, драконье логово. А когда добрался, меня на милю не подпустили к Красному замку. Септа Бейлора сожжена, а драконье логово в руинах. Те, кто там живет, спустят с тебя шкуру хоть за два медика. Худшее место в мире. Что вы делаете в личных землях? У семьи Фрейев в близнецах что-то стряслось. Нашу армию послали хранить мир. Вот, держи. Теперь богастин. Я не могу, у вас и так мало. Мама говорила, будь добр к незнакомцам, и они будут добры к тебе. Вы далеко от дома. У вас было много приключений. Да, бесконечные приключения. А нас будут 5000 лет. А по правде, мы так хотели поскорее уйти из дома, а теперь только и ждем, когда вернемся. Я думаю, как там мой отец на лодке один. Почему я не с ним? Моя жена родила первенца. Мальчик, девочка? Кто знает. Солдатам не шлют воронов с вестями. Надеюсь, девочка. Почему? Девочки заботятся об отцах, когда те стареют. Мальчики просто уходят на чужие войны. Тебя уже можно пить? Ежевичное вино. Я сам его сделал. Очень вкусно. Так зачем славная девочка едет в столицу одна? Чтобы убить королеву. Ha 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 ha